И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Пятерочка. Российская сеть продовольственных магазинов «Удом» объединяет более 15 тысяч магазинов. Пятерочка доставка – это доставка продуктов питания, бытовой химии, товаров до дома за 60 минут. Оформить заказ можно через приложение. И по моему промокоду вы получите скидку 25% за первый заказ продуктов в приложении «Пятерочка доставка» на сумму от 2000 рублей. Промокод действует до 31 июля. Промокод и ссылку оставил в описании под видео. Успевайте воспользоваться. Всем привет, с вами снова я Бакфахан. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 9 июля. А я на матч между Исваилом Мадалимовым и Мишелем Шова. Первый поединок состоялся в 2021 году, когда Мадалимов одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде. Трудно, думаю, шансы 65-35 в его пользу, и думаю, что он одержит победу с единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также подтвердить, что прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Этого реванша я могло бы и вообще не быть, но дело в том, что победа была хоть и техническим нокаутом, но бой был основан уже после гонга. Из-за этого был назначен матч реванш. И мы начинаем наш реванш дальше. И первым перед нашим взором пошел Исваил, мечта Мадалимова. 8 боев, 8 побед, 6 из них нокаутом и ни одного поражения. А вот его оппонент, Мишель Шов. 39 боев, 35 побед, 24 из них нокаутом, 3 поражения и 1 ничья. Сейчас рефер напомнит большим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали! Мимо. Попадает Шова. Лошмен. Мимо. Мишель точен. Неплохо. Крылинич. Восьмен. Попадает Мадалимов. Шова отвечает. Неплохо. Восьмен. Мимо. Снова Вашмен. Мимо. Помахивается Мадалимов. Мишель точен. Вашмен. Неплохо. Мимо. Кэрлинч. Мимо. Точим Шова. Лошмен. Мимо. Точен снова Мишель. Мадалимов отвечает. Неплохо. Лошмен. Неплохо. Точно, Мадалимов. Мишель отвечает. Кэрлинич. Мимо.
Заряд Мордлымов, Кэрлэнич. Мимо. Кэрлинч. Пилон же ушел, и он минимально уже мишен. 10-9. Шоу впереди. И у нас лау номер два. Рашмен. Точно Мадерлимов. Рашмен. Мимо. Good shot to the head with that right hand. Tucks those elbows in. Точно Мадерлимов. Снова попадает Исвейл. Шова отвечает. Рашмен. Точно Мишель. Мимо. Помахивается Мадерлимов. Мимо. Точим Шова. Неплохо. Мимо. Рашмен. Мимо. Точен Мишель. Рашмен. Неплохо. Снова точен Исвейл. Точен Шова. Мадерлимов отвечает. Мимо. Неплохо. Точно Мадерлимов. Мимо. Рашмен. Кэрлинч. Неплохо. Точно Мадерлимов и подключен Шоу. Пошел Мадерлимов на добивание. Клинчует Мишель. Рашмен. Апперкот. И второй раунд же Исвейла. Все же наши равным 19-19. Let those hands go, right? Let them go. This is the time. We need to outpunch this fucking guy. Listen, way to pick his jabs. И у нас раунд номер 3. Black Mamba's back. Look at him here at the start of this round. Remember, he got tagged hard in that last round. Точно Мадерлимов. Шова отвечает.
Вашумиан. Мимо. Точно. И свою. Мимо. Попадает снова в Мадлимов. Вашумиан. Кэдлинч. Мимо. Точно снова в Мадлимов. Вашумиан. Мимо. Кэдлинч. Fine looking right hand by Black Mamba. Early on in this fight, one of the things I'm going to look for is who's the more well-rounded fighter offensively. Who can do it all with all their punches? Well, you look for that in any sport, in any profession. You know, you look at a quarterback, you know, in football, the great ones, they can throw deep, but they can throw the short patterns. Точно, Мадлимов. Same thing with a fighter. Неплохо. 90 seconds to go here in this round. Мимо. Nice block by Diesel. Попадает в мишель, Мадлимов отвечает. Неплохо. Мимо. Вашумиан. Кэдлинч. Неплохо. Точно снова и свою. Because he could grab inside and then let go and then all of a sudden sneak. Bang, 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 bang. Неплохо. Мимо. Точно, Мадлимов и падает Шова. Первый нокдаун в этом поединке. Смотрим, как это было. Сюжет точно удар на встречу. Мишель поднимается, и бой продолжается. Неплохо. Мимо. Вашумиан. И от вам также и своего. Все же 29-27 в его пользу. Throw punches, okay? Don't walk into them without throwing a punch. You gotta fight. You gotta throw more. И у Саши тоже такой же счет, а у нас вау номер 4. Кэдлинч. Мимо. Точно, Мадлимов. Шова отвечает. Неплохо здесь вот. И свою. Попадает Мадлимов. Мимо. Апперкот. Мимо. Точно Шова. Вашумиан. Неплохо. Точно Мадлимов.
Мимо. Точно, и свою. Неплохо. Попадает мордоблюмов. Мимо. Керлинич. Росумен. Снова обменяюсь по неудавами. Точен Шова. Неплохо. Мимо. Попадает Мишель Керлинич. Снова Вашимен. Мимо. Точно Шова. Неплохо здесь вот Мишель. Мимо. Able to cover up along the belt line, blocks that one. 10 clicks of the talk. Апилкот. И четвертый раунд Мишель забивает свою копилку. 38, 37, Мадер Лима впереди. You are dominating this fight. Keep it up. Just keep doing what you're doing. Listen, I'm not gonna stand here and watch you take those shots, you understand? You see some defense. И у нас раунд номер 5. Вашмен. Точен Шова. Мимо. Вашмен. Точен Мадалимов. Мишель тут же отвечает. Неплохо. Мимо. Вашмен. Точно, Мадалимов. Неплохо. Вдает и свою. Снова точно Мадалимов. Неплохо. Мимо. Вашмен. Снова обменяешь по неудавами. Мимо. Оба помахиваются. Still plenty of time to work here in round number five. Minute and a half to go. Мимо. Мадалимов точен. Неплохо. Вашмен. Мимо. Точен и свою. Мишель отвечает. Неплохо. Точно, Мишель. Мимо. Мимо.
Неплохо. Ваш мен. Точно, Шова. Снова попадает Мишель. Мадлимов отвечает. Неплохо. И пятый раунд все-таки за Шова. Все же нашел главным. Шовок 7, Шовок 7. Close competitive fight that your guys would probably keep the lead. Yeah, I know what not to tell him. I'm not telling him he's winning. That's what I'm not telling him. I want to make sure that he keeps his edge. You know, he stays smart and everything, but the only reason that I think he's up is because he's keeping the punch output, he's staying sharp defensively, you know, he's still attacking in the spots that he should attack. I want to keep it that way. И у нас раунд номер 6. Мимо. Попадает Мадлимов. Шова отвечает. Мадлимов тоже точен. Мимо. Точно, Мадлимов. Апперкот. Мимо. Вашмен. Снова обменяюсь парнем ударами. Клинч. Неплохо. Вашмен. Обмен. Мимо. Шова точен. Because you just said it, he's putting them together. You know, one or two wouldn't land, but he's handcuffing the guy. And the first two punches, they set up the third and fourth. Мимо. Мишель точен. И Шваю отвечает. Мимо. Помахивается Мишель. Неплохо. Снова ваш мен. Точно, Мадлимов. Мимо. Помахивается Шова. Мимо. Точно, Мадлимов. Неплохо. Апперкот. Мимо. И шушевал уже и свою. 57-56 в пользу Мадлимова после первой половины боя. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. Okay, breathe now. Deep breath, deep breath. Holy shit, you are in control of this fight, man. Don't get careless out there, right? Just keep boxing smart. Listen, I need to see some counter punches. И у нас раунд номер 7. Вашмен.
Мимо. Точно, Мадулымов. Мимо. Точно. И свою Мишель отвечает. Мимо. Вмахивается Мадулымов. Восмен. Точен Шова и потрясен Мадулымов. Сразу кринчует и свою. А Мишель идет на добивание. Помахивается Мадулымов. Мимо. Восмен. Неплохо. Мимо. Точно, Шова. Мимо. Помахивается и свою. Мимо. И бой это пока что идет с переменным успехом. Неплохо попадает Мишель. Мимо. Getting rid of that punch from his opponent. Well blocked by Diesel. Точен Шова. Неплохо. Мимо. Кэтлин. Снова точно не Мишель. Восмен. Неплохо. Снова точно Шова. И седьмой ваунт за Мишеля. Все снова наши ваунты. 66. А у нас уже 67-65, позже Мадулымова, и у нас раунд номер 8. Восемен, Кэтлин, идет в атаку Мишель, апперкот походит у Мадулымова, снова Восемен, Кэтлин, неплохо. Попадает Мадулымов. Восмен. Снова меняюсь по неудавами. Восмен. Мимо. Точен Шова. Попадает Мишель. Попытка клинча была. Мишель точен. Мимо.
Apple Code, Kerr Lynch. Точно Мадлимов. Мишель тут же отвечает. Вашмен. Неплохо. Мимо. Вашмен. Кэрлинч. Неплохо здесь что-то Мадлимов. Should he be sticking with this style after being rocked in this fight? It's still early enough, I would say yes. You know, you don't want to panic, you don't want to just throw everything overboard. You want to stay with what brought you here. Hey, Вашмен. Not for hours, not for days, not for weeks. You know, мимо. Years he's been tortured. You don't throw it out. You stay with it. He throws a big right как оба уже большая уштана. It's like leaving your window open in your house in the middle of the night. You know, a lot of cold air's gonna come in. Guess what? Some hooks are coming in soon. Точно, Мишель. Неплохо. И восьмой раунд за Мишеля. 76-75, Шоу ведет. What can he do to overcome that when this fight starts back up? Well, first of all, this is where you search into those corners that you're not forced to search. Kind of like when you were a kid and your mother told you to clean your room and go into those little nooks and crannies where you never knew there was dirt. Now you got to start looking into nooks and crannies inside yourself, places you didn't know were there before. You better find them. You better find them quick. This guy's going to win this fight. If you don't take control, Sergeant, you need to take control. И у нас раунд номер 9. Мимо. Точно Мадлимов. Неплохо. Мимо. Попадает и свою. Берут большую паузу. Оба помахиваются. Мимо. Точно Мадлимов. Кэрлинч. Вашмен. Мимо. Неплохо. Мимо. Попадает Мадлимов. Вашмен. Снова обменяюсь по мне удавами. Мимо. Апилкот. Мимо. Точно Мадлимов. Мимо. Точно Мишель. Мимо. Помахивается Шова. Неплохо. Мимо. Точно Мадлимов. Мимо.
Мимо. Able to show you his blocking ability. Ваш мем. Неплохо. И девятый раунд Мордлимов забивает сука пил. Все равно, что раунд 85-85. И нас ждут чемпионские раунды. You kind of forgot where the separation was, and whoever grabs the last part of the round, that's who you remember. It's very important in this kind of fight, finish up good at the end of the round. Downstairs, then upstairs. И у нас 10-й раунд. Ваш мем. Мимо. Промахивает Шамандрлимов. Мимо. Мимо. Ваш мен. Снова ваш мен. Точно, Мишель. Ваш мен. Мимо. Точно, Шова. Мимо. Неплохо. Мимо. Попадает Мордлимов. Неплохо. Мимо. Ваш мен. Снова ваш мен. Точно Мордлимов. Мимо. Ваш мен. Мимо. Попадает Мишель. Мимо. Помахивает Шашова. Но Мордлимов тоже будет мимо. Ваш мен. И 10-й раунд мини-майнажа и Шваева. 95-94 Мордлимов впереди. Очень брызгой и конкурентный бой мы с вами наблюдаем. Keep doing what you're doing. Keep the jab pumping and throw the lead right hand, right? And you are winning this fight. Так. Фух, думал уже вышел. А он сейчас вышел 96-96 телефона Мордлимова.
Там, конечно, немного завишено, но повезло, что отвишу. И у нашего вау номер 11. Those cold mornings, when it was freezing, he didn't want to get out of bed. Those long days of sparring, when the rounds never ended. He's got to remember that, and remember, this is why he did it. Ваш мен попадает Мадлимов. Мимо. Снова ваш мен. Точен Шова. Неплохо. Мимо. Точно, Мишель. Неплохо. Снова точно Мадлимов. Неплохо. Мимо. Помахиваю Чершова. Неплохо. Мимо. Мишель точен. Снова подает Шова. Мадлимов отвечает. Мимо. Рашмен. Мимо. Снова ваш мен. Точно Мадлимов. Неплохо. Точно, Мишель. Неплохо. Ваш мен снова. И один штурвал зашел. Ничейный счет 104-104 у нас перед заключительным раундом. Well, you know, sometimes I'm not sure what to tell a guy, but I know what not to tell him. I wouldn't tell him he's up. I wouldn't tell him to let up. That's one thing for sure. I tell him, keep doing the same things you're doing. Stay right with him. You don't throw punches, I'm gonna stop this fight. Come on, keep throwing punches. That was good. You took a lot out of him in that round. Keep that up. Опять у нас немного подвешен, но ничего страшного, заключительный раунд. Мимо. Точно, Мадлимов. Мимо. Неплохо. Ваш мен. Точно, Шова. Мимо, Мадлимов, точно. Помахивается Ишвейл. Неплохо.
Точно Мадалымов. Рашмен. Неплохо. Рашмен. Снова Вашмен. Мимо. И у нас последняя минута поединка. Мимо. Вашмен. He laid out the game plan. I want to win it on the outside. Снова обменяюсь парни ударами. Мимо. You know, you're gonna do it with your jab, and that's exactly, it's boxing 101. Control range, control distance, control the jab. Рашмен. Беру боксеру паузу, помахивает Шашова. Мимо. Рашмен. Что 14-13 Мадалымов. Ждем судейского решения. И повел судейским решением, одерживает и свою мечта Мадалымов. Мишель с этим не согласен. Как по мне, все зашел все-таки нокдаун, хотя в раунде так была бы ничья. Единый глаз же не шуй. 115-112 и 2-114-14. Мишель удали. Первый. Пятый. Двое уже дали ему 6-й раунд, также ему дали 7-й, 8-й и 12-й раунд. Что ж, давайте обратимся к статистике. Мадалымов попал 3 шовок 2 удара из 700 шовок 9. Шова 369 из 800 шовок. У Ишваила 129 из 413 в голову и 213 из 436 в корпус. А у Мишеля 97 из 335 в голову и 272 из 505 в корпус по раундам. Первый 25-32, второй 32-34, третий 34-34, пассивовому 25-15, плюс нокдаун. Четвертый 30-30, пассивовому 10-10. Пятый 35-41. Шестой 29-31. Седьмой 29-29, пассивовому 9-11. Восьмой 34-32. Девятый 21-24. Десятый 24-25. 11-24-28. И финальный 26-30. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока!